Как всегда, широко, с размахом, с большими подарками прошел день рождения поселка совхоз имени Ленина. Праздник начался с большого концерта, в котором приняли участие свои любимые доморощенные артисты. Солнечная погода добавила настроение. Продолжение в нашем следующем сюжете. Торжественная часть праздника началась с выступления детских творческих коллективов поселка. Дети пели, танцевали для зрителей, а это родители, знакомые, друзья и соседи, для которых лучше артистов нет. На торжественной церемонии, посвященной дню рождения поселка, а совхозу исполнилось 96 лет, на сцену вышли люди, которые делают много для родного совхоза, а также почетные гости. Глава поселения Елена Добренкова поздравила всех живущих и работающих в поселке, назвав этот день днем подведения итогов большого всеобщего труда. Нам с вами вместе удалось сделать многое. С каждым днем, с каждым часом, благодаря вам, благодаря вашим усилиям, наш поселок становится краше. Заместитель главы Ленинского муниципального района Сергей Волощук поздравил посельчан с 85-летием Московской области. Ленинский район делал очень многое сейчас за последние годы. И поселение, сельское поселение совхоз имени Ленина является одним из лучших поселений нашего Ленинского района и Московской области. С праздником, дорогие друзья! В праздничный день чествовали тружеников поселения. Те, кто внес большой вклад в развитие совхоза, получили награды от Московской областной думы, администрации Ленинского района и администрации поселения. Одна из награжденных – Марина Николаевна Сашилина. Родилась, выросла в совхозе и всю свою жизнь трудится на благо малой родины. Признается, люблю свою работу, живу с совхозом одной жизнью. Я очень люблю совхоз. Я помню, когда здесь еще совсем были пятиэтажки, малые деревья было, все. А сейчас вот смотрите, какой красивый поселок у нас. Многие в этот день признавались в любви родному поселку. Старшее поколение вспоминало совхоз в разные его годы. Молодежь радовалась дню сегодняшнему, не забывая о будущем. Я очень рада, что вот в этот праздник собираются все сюда, и действительно старый и мал все вместе. Вот это, видать, единство, которое в совхозе Ленина в последнее время. И вот последние 7 лет это что-то необыкновенное. Вот что-то творится каждую неделю, что-то лучше, лучше, лучше. Мы настолько любим свой этот совхоз, вы даже сами не представляете, как мы его любим. Тут есть очень хорошие люди, которые заботятся о совхозе имени Ленина. Уедешь когда-нибудь отсюда или здесь останешься навсегда? Я здесь останусь навсегда. Тоже будешь заботиться о своем? Да. Именно так. Живя в заботе о своем поселке и друг о друге, каждый от мала до велика из года в год делает этот кусочек земли краше. Татьяна Брылова и Адамия, Елена Кошелева, Видное ТВ.